И просто мы смотрели, в законодательстве не написано, что там 90 дней или еще что-то. Вот 13 пункт закона от 2011 года. Здесь написано, что истечение срока действия документа... Истечение срока действия не означает... Не означает прекращение... Российские граждане. Да, и утрату избирательных прав. Человек может выйти из российского гражданства. И право на участие в референдуме. Это мы должны проверять, если у нас будет возможность сейчас в оперативном режиме. Что не слышно? Мы должны проверять сейчас определенные обстоятельства. Если мы сможем в таком оперативном режиме проверить, то, может быть, тогда мы сможем вас допустить. Если не сможем проверить, то, к сожалению, тогда будем вынуждены отказать. А проверить что? Проверять вас по учетам выхода из российского гражданства.